Сегодня хочу показать и рассказать про такой мощный импульсный блок питания. Вот у него вентиляторы, чтобы принудительное охлаждение было. Ток нагрузки 80 ампер. Судя по этим, можно определить, что ток зарядки очень мощный. Вот передняя часть. Сейчас я подключу розетку. Вот 14 вольт. Почему он так щелкает? Здесь у меня имеется дополнительная еще плата. Сейчас откроем, посмотрим. Итак, мы открыли. Видим здесь полную плату, соединение, провода. То, что он отключался и включался, это связано с тем, что вот эта плата, когда определенные напряжения, которые здесь как раз таки регулируются, порог достигает, скажем, там 14 вольт, он отключается. Это сделано для того, чтобы, когда мы подключаем сюда аккумулятор, когда он полностью зарядится, то он полностью от сети отключает. Как раз таки вот эта плата для этого сделана. Это я потом полностью, когда собрал, дополнительно ее установил. Можно и без этого тоже. Вот, вот силовой трансформатор, тоже собрал ручной. Полностью вот эта все плата из подручных материалов собрана на скорую руку. Он у меня работал несколько месяцев за то, что вот эти диоды нагревались. И она уходила в защиту. Вот как раз температурный датчик, он ее отключает при определенном нагреве. С этим надо будет еще разобраться, почему они, возможно, эти диоды не быстро действующие, ну, имеется в виду, не открываются по частоте. Возможно, ток, который протекает, для него очень велик, и он как бы на нагрев идет. Ну, это потом я разберусь. А так, в целом он работает. Здесь еще имеется плавный спуск. Вот эти резисторы, видно, да? Вот. Сперва течет ток отсюда, потом включает реле. Потом уже основной ток идет. Ну, это сделано, чтобы вот эти конденсаторы силовые не накрылись. Вот эти реле. Это уже ключи. Так, что еще здесь можно? Сейчас включим и посмотрим под нагрузкой. Вот такие лампочки 12 вольтовые автомобильные. Подключим. Thank you.
Смотрим на индикатор. Также мы замкнем на выходе плюс-минус. Смотрим. Включилась защита. Загорелась лампочка. Единственный минус, он будет продолжаться в течение 2 минут. После он возвращается в исходное положение. Можно было где-нибудь сделать кнопку. Кнопку без фиксации, чтобы запустить. Но мы здесь попробуем. Так, что-то. Вот. Схема будет в конце. Кому интересно, можете тоже сделать. Здесь ничего такого сложного. Ну, на этом я прощаюсь. До следующих видосов.